Привет всем! Сегодня у нас 20 июня. У нас похолодало. И сделаю небольшой обзор, как что растет. Такая вот уже капуста выросла. Морковка после котиных наших поскакушек за бабочками тоже, в принципе, вот так вот хорошо зашла. Пропололи ее, убрали весь укроп практически. И вот так вот довольно дружно зашла морковка. Здесь посадили свеклу. Тоже вот такие всходы. Морковка. И огород. Картошка после дождя вот так вот хорошо подтянулась. И подросла. До этого сушь стояла. 2 недели жары. Без дождей. Поливали вот огород. Такой вот вертушкой. И вот так вот подросла картошка. Лук эксибишн, вот он. Рассада была вообще ужасная, но вот так вот он хорошо прижился и отрос. Думали, что вообще весь погибнет, потому что был какой-то пероноспороз вроде бы. Вся ботва вот эта у рассады засохла. В теплицу он немножко отошел. Вот уже кот пошел искать бабочек опять, а бабочек нету. Все улетели. Поэтому вот такой вот лучок. Ну, капуста заморозки были, холодно, поэтому какая-то отросла, какая-то нет. Здесь по краю посадили шафраны. Здесь у нас еще старый лук порей. Надо будет его потихоньку выкапывать. Здесь у нас высажены томаты уличные и перец. Ничем их не накрываем. В общем, какой урожай будет, ну, такому и будем рады. Капусту еще остатки, поздние и ранние. И лук-порей, рассаду которого выращивали в этом году. Такой лук. И немножко корневого сельдерея. Здесь шпинат тоже вот всходит. Базилик в этом году взошел и, к сожалению, замерз. Был заморозок. И весь базилик, в общем, здесь несколько штук всего осталось, и так весь вымерз. Здесь горох. Здесь небольшая грядка гороха. И клубника. Клубника начинает поспевать. Такие вот ягодки. Одна веточка и вот вторая. Кабачки вот такие уже большие в грядке. Несколько тыков здесь. А в основном кабачки. Здесь с краю посадили астры. И вот такой вот уже вымахал гелиотроп. Хорошо он отрос. И вот такие вот кустики. Мохнатые. Чеснок. Ну и остальная клубника. Первые ягодки уже поспевают. Такая вот белоплодная земляника. Она как-то вот пораньше начинает поспевать. Такая вот ягодка. И ее довольно много на кусту. Красной земляники пока меньше поспела, но тоже она хорошо цвела. Ну, вот почему-то белоплодная, она немножко пораньше начинает созревать. И вот такая вот красная земляника. На жару не все кусты хорошо реагируют. У некоторых вот так вот скручиваются листья. Вот какой-то, наверное, сорт. Вот он весь вот с такими скрученными листьями. Здесь куст вообще поскручивался.
Есть крупные ягоды, есть помельче. Вот здесь прям такая хорошая ягодка. Крупные вот эти вот кустик. Надо будет с него оставлять усы. Такие вот крупнючие. А есть мелкая. Такая вот небольшая ягода. Но ее зато довольно много. Здесь тоже он в ягодках все. Неспелых. Здесь тоже вот такие ягоды, в общем. Хватает достаточно их. Усы все, которые образуются, их убираем. Здесь тоже краснеет. Здесь тоже уже такая вот почти созревшая. Ну и много вот такой вот зеленой. Практически вот везде она есть. Вот следующий куст уже там все в зелени. Есть большой вообще куст такой вот. Тоже есть ягоды. Не очень крупные, но здесь тоже вот все в ягодках. И вот на этом кусту тоже довольно такая крупная ягода. В общем, нужно замечать хорошие кусты и уже с них оставлять усы. Это земляника этого сезона. Рассада вот так вот она хорошо распушилась. И довольно неплохо цветет. Ну и лук. Еще ни разу его не поливали зеленым удобрением. Надо будет поливать. Такой вот лук. Как и в прошлом году, выращиваем его на гребнях. Здесь посадили несколько амарантов. Очень они хорошо растут. И к августу будет просто очень-очень красивое вот здесь вот место. Высокие такие кусты вырастут. Парник не открываем. Вот так вот все у нас накрыто. Огурцы растут, арбузы, дыни и баклажаны. И кукуруза вот здесь на краю. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.